Привет, жеужики! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и... Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности, божество, за Шотландию, со случайным деревом технологий и со случайным деревом социальных политик. Спонсоры канала, спасибо вам за поддержку, и вы эти серии видите сразу, а... Всем остальным приятного продолжения просмотра. Итак, я тут приплыл Австралию пытаться фрегатами захватить, но мне больно по одному фрегатику ударили, и я пока решил отплыть. Восвояси, так сказать. Ретироваться, да. Но я сейчас объединю в корпуса и посмотрю, как в корпусах будут еще бить. Возможно, имеет смысл. Ну, просто у фрегата... Сколько? 45? Странно. Может, там несколько ударов было? Слабое извержение вулкана, дороги усовершенствованы. Классовую борьбу ускорили. Так, пока подплываем. Ну, Австралия армию все равно не планирует строить, я так понимаю. Ну, что-нибудь по граблю может. Ну, это же кампус бессмысленный. Ну, как бессмысленный? Он, для, кстати, для Австралии нормальный. Видите, три науки. Это из-за престижа. Да, для меня он будет ноль. Ну, хоть и там здание есть хотя бы. Уже можно использовать будет. Так, этих я двух тут оставлю. Тогда этот сюда будем объединять здесь. Ладно, пока дальше не плывем. Пропускаю ходы этими фрегатами. Уголь, что ли, пограбить? Хотя он тут, наверное, уже районы восстановил. Да, промышленную зону восстановил. Умничка. То есть, смотри, мне грабить нечего. А уже есть. Так, фабрика в Стерлинге завершена. Блин, ну тут всего два производства. Может, сначала морской порт. Все-таки плюс два золота от этих клеток. Будет, нет, давайте канализацию сначала. Везде канализация. Так, следующим ходом уже у нас слабы. Вы знаете, я заключу мир. Мне надо 57 золота на 30 ходов, тоже зашибись. Мне надо сбросить недовольство войнами. Ну и тем более я вижу тут фрегаты. Ничего, я потом объявлю ему войну. Ну, 57 золота на 30 ходов, по-моему, прикольно. Селитра мне самому нужна. Надо попытаться... Блин, у меня угля мало. Chemistry is the dirty part of physics. То есть я подумал, может, мне в линкоры выйти, но они, видите, они уголь требуют. Да, может, мне продаст кто уголь. То есть через 10 ходов выйти в линкоры, и у него просто все развалится нафиг. А пока... Корпуса.
Теснем открытые границы. Я хочу посмотреть, где у него города располагаются остальные. Нормально. Так. У меня еще черепаха лишняя есть. Надо с кем-нибудь поторговать. Мед есть. Нефрит с Майя. А, у него есть черепахи, блин. Я думал, только у меня черепахи. А, и какой-то город-государство дает, видимо. Так вот, благовоние можно. Этим сюда. Ну и Перт вообще спокойно забирается. И он, то есть Перт, Канберра, Перт забрали. Аж 18 вроде было население. Еще и уменьшается население. Так, ну этого тут поддержим, я думаю. Каперами. Этого можно сюда отправить исследовать пока. Да, уголь, наверное, можно тут... Угля тоже у народа, вон у Египта, например. Продаст она мне уголь? Да? Например, 15 угля. Что ты хочешь за 15 угля? Хочешь лошадей? А, 16 вход. Если я тебе 25 лошадей дам. Хочешь? Хочешь? Нет. Не хочет. Ну, я буду вот эти... Лояльность... Тут против компьютера, когда играешь, ты лояльности не особо. Я пока 25, 15, потому что у меня предел 25. Но он, видите, уменьшается у меня вход. Просто пока чтобы был. А когда там эпоха кончится? 7 ходов. Что как бы не встретить последнюю циву. Хочу это дело отложить. Так, что я еще хочу? Строительство, чудеса света. Странно, у меня такое ощущение, что тут наложены... Видите, такое ощущение, что тут наложены... Видите там этого архитектора? Багануло, походу. Так, давайте урбанизацию откроем. Вопрос только через оперу и балет или через выжженную землю? Да, через оперу и балет. Так. Я подожду... Мне надо 3 посла на самом деле. Я подожду, не буду пока ставить первый посол. А вот это можно, наверное, поменять. Да. Давайте содержание юнитов поставлю. И верну... Верну соседство... Для производственных районов.
что они еще и на угольную влияют, соответственно, это дает еще больше производства. Фестиваль. Так, тут у нас 74 производства, тут 54. Посмотрю, где мне купить. 64, 37, где мне покупать ламу, да. В Сконе, конечно, покупаем. А в Калине строим. В Стерлинге строим. Ну, я через два хода смогу купить, да? Тогда в Стерлинге строим, а в Абердине я тогда куплю. И дальше... Ну, мне сюда надо, но 5 ходов, а у меня перемирие будет с Австралией 10 ходов. А, 7. 8, точнее. 8 ходов. Ну, я лабы построю, это быстрее будет. Блин, тут бы и танчик на самом деле. А, но у меня нефти нету. Ладно, давайте открою стандартизацию, посмотрю, что тут. А дальше уже буду думать, какие техи идти. А вообще мне надо раньше открыть, мне же надо апнуть еще, а потом еще обратно приплыть. Так что, да, наверное, после стандартизации все-таки открою. Апну и вернусь. Раз, два, три, четыре, пять армат будет в линкоры. Не может быть, чувак линкор построил. Единственная его сила. Ну, хорошо. Это очень хорошо. Стоим, посмотрим на тебя. Хотя, слушайте, может не стоять, может он будет... Говоришь, вот вы рядом с своими границами. Еще войну раньше времени объявлю. Так, давайте Пенгалу на гранты прокачаем. Какая тут странная территория. Реально, смотрите, как горы расположены, что он даже за них пройти не может. Да, конечно, австралийцы. Ну, примерно. У меня тут, я тут хотя бы зажат, а у него именно из-за территории проблемы. Возвращаемся домой. Не знаю. Египет стоит. Так, тут я покупаю лабу следующим ходом, поэтому угольную построю. Спарта начинает что-то требовать, имея в 7 раз меньше армию. Нормально. Самое время. Силу почувствовала такая. Не буду я ничего... Блин. Это у меня прокачанный чувачок был. Хрена себе она хочет. Ладно, пока... Пока нет. Так. Сейчас 4 посла, отлично.
Давайте я поставлю... Ладно, вместо учетных банков пока первый посол. Вавилон, Женева и Нанмадол. И... Ну, не знаю, тут пофигу мне на самом деле. Может, Нанмадол, чтобы все-таки культуру немного. Давайте сначала Нанмадол. Немножко культуры заиметь. Так, три хода. Три хода, ладно. Я, наверное, раньше апнулся. Блин, а мне еще нужен будет уголь на содержание этих кораблей. Это не очень. Я тут постою. Так. Я далеко не отплывал, тут вернусь опять эти районы пограблю. Блин, жалко, конечно, шпиона. Но без разведывательного управления, в общем-то, тяжело проводить шпионские операции. Венецианочка, кто построил? Гильгамеш, ладно, Гильгамешу можно. Так где он это сделал? Ага. Так, давайте смотреть, что там с научной победой. Не построили или не открыли ли ракетостроение Троян и Вильгельмина? Нет. Они же впереди, да, по дереву технологий? Да. Блин, Вильгельмина вообще уже в информационной эре. О, ну зато я могу... Так, давайте сначала я, наверное, алюминий открою, потом переработку. А потом в сталеварение пойду, потому что это стены. Крутые. Минус 6. Но мне апгрейдиться все равно надо. Куда не деться. Не, в Адис-Абебу. А, стоп, у меня с кем-то там союз закончился, с Мапучи. С ним военный. Стоп, тут еще у нас... Медок... И винишку он еще готов мне дать. И денег еще. О, отлично. Это я хорошо зашел. Но у меня сейчас счастье должно быть. О, плюс 6 просто. Класс. Это способности там Шотландии. У меня тут бонусы сейчас. Ого-го. Так, тут мы ничего не делаем. Тут у нас театралка еще должна быть. Коленовская. Ну, тут нету смысла обрабатывать. Их можно вырубить, кстати, сбегать. Да, поплыли, наверное. А, у нас еще сейчас алюминий откроется. Надо будет. Только война. Мне нравится это встретить. Война закончилась. Ну, можно что-то построить тогда из армии. Пора.
Лаба есть. Ну, можно немножко опять грантов. Не грантов, а этих фестивалей. Дамбу дострою, тут класс производства будет. Да, точно нету прохода, смотри. Слушайте, так тут вообще полностью закрыто, смотрите. Горами вот эта вся территория. То есть тут нужны тоннели. Там реально должно быть Эльдорадо и затерянный мир с динозаврами. Полностью закрыто горами, что не пройти. Классно. Блин, он уже строит. Блин, через 6 ходов уже затопление будет. Блин, а где эта хрень? Мне тоже... У меня аж все утонет нафиг. Блин. Где тут? Или не утонет? Вот одна клетка тонет. Так ну только одна клетка тонет, слушайте. Мне даже ее не жалко. Ну, конечно, ну, так, не хотелось бы ни одной клетки потерять, но в принципе... То есть мне эти дамбы и не нужны особо. Да... Вот австралийцы, видите, вторым ходом, третьим, второй волной, первый, третий. Тут у него все тонет, блин. Так мне, может, не австралийцы тогда же, ну, Спарту тяжело. 90, 79. Надо австралийцы захватить. Тем более, благодаря вот тому, вот этой фигне, тут очень мало они друг на друга будут влияниями. Влиять, и, соответственно, не будут отваливаться. Опять Занзибар отвалился, блин. А, он просто уже подпал. Мапучи решил его уже не освобождать. Ну, я тут, наверное, постою. Так, тут все... исследовано. Ну, поплыли потихоньку. По идее, уже, да, три хода эпоха закончится. Угольная построена. А, блин, я забыл лабу тут купить. Лаба куплена. Так, какие у нас музеи в городах? Художественный. А, только один художественный. Ну, давайте здесь археологический. Эти фабрику и разведывательное управление. Лаба есть, 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 все. Все везде есть. Растет, растет.
Тут нельзя расти. Растет, растет. Блин, может меня... Ну, уже вообще поздно пингалу пересаживать. Не знаю, хочу... Мне бы на самом деле в Роксбург Магнуса посадить, прокачать. Пингалу действительно в Стерлинг, а Лян, наверное, в Абердин. Хотя, конечно, тут клеток побери... Наверное, в Скон. Нет, нам не нужно посольство Австралии. Ну, предположим. Не могу воспользоваться своей способностью в Шотландии, потому что никто моим союзникам войны не объявляет. A world without radio is a deaf world. Так. Демократия, СМИ. Ну, собственно, вот так пойдем. Есть алюминий? Отлично. Смекены отваливаются. Уже один раз такое было. Так, ставлю обратно учетные банки. И, наверное, опять надо на апгрейд юнитов. Но там только за деньги, потому что там будет уже просто один ресурс. Так только сделаю. Там будет один ресурс угля тратиться на содержание. Тут давайте художественный. Центр вещания. Так, сколько у нас там ходов? Ой, сразу такой дружочек стал. Не, чувак. Я тебя запомнил. А что, алюминий только у меня, разве? Реально. Так. А зато еще нефти у меня теперь нету, да? Ну, с ресурсами, конечно, прямо скажем... Ой. Прямо скажем, так себе. Не, даже рядом нету. Может, у австралийца будет? Не. Ну, а вот, кстати, в бывшем городе. Я не понимаю, как Харер не отваливается? Что это за хрень? 4,7 все равно как... У них даже одинаковые эпохи. Почему Харер-то не отваливается? Тут вокруг города, столица Армении, Грузии. И все города вокруг. Я не понимаю, почему он не отваливается. Какой-то... Какие-то эти читы от компьютера. Хотя, по идее, те же читы у Грузии должны быть. Не понимаю. Я серьезно. Очень странно. Давайте, наверное, уже возвращаться потихоньку. Морской порт, пожалуй.
Так, апаемся. 2 единицы угля. Фу. А, требуется на апгрейд 2 единицы угля, а будет потребляться 1. Ну, нормально. Так. Кто мне уголь продаст? Наверное, Египет. Да, блин. Ну, 10 вход. Заставил я всю эту прощелкать. Ладно. Блин, каждый ход надо будет этот уголь покупать каким-то образом. Так, а с кем я перестал черепахой торговать? Слоны с Голландии? Неохота. О, мрамор давайте с Грузии. Фига у Грузии. Ну это и помогли в связи с этим помощи в бедствии. Это на 11 тысяч ей напомогали. Четыреста сорок науки, как вам? 300 только у Майя. По-моему, я молодец. Блин, 14 ходов. Что-то колен-то хреново растет. Морской порт надо строить, тут 2 пищи будет. Хотя бы. Спрашивается, что такая мания была у Австралии атаковать? Ну, конечно, надо было с Грузией воевать, несомненно. However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. Блин, вот войны золотого. Давайте войны золотого века я возьму. Приятная штука. Так, сейчас я увижу, где у нас ракетостроение. О! Так оно тут недалеко. Мы, собственно, в него и пойдем. Отлично. Так, когда у нас там война? А, уже могу. Так, во-первых, осуждаем, чтобы войну Золотого века объявить. Минус 13 вход, зашибись. Так, надо уголь не забыть купить, а то у меня будет снижено. Снижена сила юнитов. Серьезно очень.
Художественный музей. Ну, давайте тоже угольную. Потом порт. Так, так, уголь. Блин, а я деньги все потратил. А на что я деньги сейчас потратил? Умирают жители, ладно, не буду убирать. Блин. Еще уголь не продадут. Так, у меня угля 9, то есть мне надо 16. Хорошо, если тебе однократно 100 дам. Да блин. Ну, надо принимать, иначе у меня просто сила. А у, кстати, у австралийца есть уголь? Селитра. Ну да, вот у него два. У меня бы Сидней взять, может, сначала. Правда, очень быстро отвалится тогда. Так, где же последняя цивилизация, кстати? О, какие-то войны, но это наверное, города-государства там. Так, австралиец с кем-нибудь в союзе? Нет, отлично. Да начнется война Золотого века. У него сила 80, это корпус. Это единственное, что у него есть. Так, надо вот этим стрелять. Да, нормально снимает. А, еще раз могу. Ну, он еще раз мне космическую... Да, это благодаря Геликарнасскому мавзолею. Ну... Ладно, давайте тут этого краба соберем тоже. И... тырим все любое. Так, где же последняя цивилизация? Поставлю, наверное, на уголь. Потому что угля мне реально не хватает. У меня всего... Ну, это всего лишь плюс один будет, но хотя бы, хотя бы. Блин, вон Майя тоже кочегарится, 388. Мне кажется, Майя, кстати, какой-то город Индонезии забрал.
Да нет. Ну, Гонконг это город-государство забрали, но так вроде не выглядит. Так, гавань, шпиона неохота, честно говоря. Так, 4 хода рост. Хорошо, 4-4 хода я смогу театралочку бахнуть. Норм, давайте 2 раза исследовательские гранты. Так, у меня есть повод для войны Золотого века, это я им воспользовался. Он еще рабу... А, ну да, это у меня приехал. Ну, давайте его просто держать. Знаете, может появится где-нибудь уран, например. Тут-то я вот сейчас вырублю. Опять меня Спарта осуждает. Господи, за что? Надо вообще глянуть, почему Рим и Спарта ко мне плохо относятся. Нидерланды могут, потому что я с ними не торгую. У них вот на это там завязано. There are three things extremely hard: steel, a diamond, and to know oneself. Все равно тяжеловато идет. Следующим ходом, по идее, если у меня будет уголь, то я этот город забираю. Поставлю на автомат капер. Будем высаживаться здесь. Швец. А, точно, нажите. Нобелевские лауреаты, понятно, что Швеция есть в игре. Ну и что со Швецией? 150. Га, слабенько. Так, ну у нас вот впереди Рим, Голландия и Майя. В общем-то, эти ребята, но они, как я видел, они не открыли никто ракетостроение. Значит, Майя нет, открыла. Рим не открыл. Голландия не открыл. Да, короче, у нас Майя главный соперник. Фестивалем. Так, аж какой ученый у нас тут? А, три озарения. Ну, такое. Хотя в данном случае это, конечно, круто. Он показывает некоторые... Он покажет просто техи, где находятся. Но мне, пожалуй... Мне все-таки, пожалуй, фестивали нужнее. Так, порт сделали. Центр вещания, давайте. Ух ты, у меня совсем чуток мало золота. Эти удалю. Не, подождите, мне надо апнуть будет его в мой уникальный юнит. Да, он же уникальный апается. Да, в горце. А чё так денег мало? А, я ж 58 перестал получать от австралийца. Точняк. Так, есть ли у меня поторговать чем? Похоже, нет. Ну, зато у меня города в офигительном экстазе все. Плюс 7 вообще разогнал. Буэнос-Айрес, милая, ну... Вообще не возражаю. Блин, я уголь забыл купить. Сейчас увидите, какой у меня минус будет к силе линкоров.
For once you have tasted flight, you will walk the earth with eyes turned skies. Ну и броненосца тоже смотрим. For there you have been, and there you will long to return. Да что-то нету минуса. Странно. Сразу кампус вообще не дает науки. Ну, здания дают, конечно. Так, монумент. Мне надо монумент сначала. Сильно отваливается. Минус 4-3 вообще терпимо. Вообще норм. Блин, я зря заезжал с флотоводцем. Мне надо было заехать чисто... чисто броненосцем. Ладно, давайте этими позасвечиваю. Хочу я в кавалерию улучшать. Стоим. Ну, видно, да, что тут даже континент меньше, чем у нас. Странно, почему... Так, апельсины есть. Ну, и мне леса тогда нужны, а что ты мне втюхиваешь деньги какие-то? Меньше стало видите науки, потому что не хватает электричества на поддержку зданий. Ну, на лаборатории, например, не хватает электричества. Ну, я, наверное, апну сначала кораблики, а потом уже следующим ходом буду обстреливать. Все апгрейды, видите, против укрепления района, то есть против стен. Нету смысла, а хотя можно постоять просто, чтобы лояльность давала, но лечить я его не могу, потому что нету угля. Так, знаете что, давайте я попересаживаю. Давайте я Магнуса в Роксбург. Соответственно, Пингалу в Стерлинг. А Лян в Скон. Блин, нужны ли мне пригороды? Нужны ли мне аэродромы? Может, эти места для космопортов оставить? А, так я открыл ракетостроение. Вот, так давайте космопорт уже и строить, в общем-то. Отлично. Так, два посла. Ну, я бы в научные... Отправлял Хатуса, вдохновление для мобилизации. Торговый. Кстати, я вдохновление для мобилизации, наверное, могу сделать. Это два корпуса. Так.
Вот, правда... Арбалеты мне жалко объединять. К Майе отправлю. А у него нету денег. О, 56 денег в Мадриде. 828 в Маджапахите. Пожалуй, туда. Блин, что такое минус пошел? Хорошо, что пограбить есть что. А еще бы денег вообще не было. А, Ереван еще встретил. А где у меня... Ну, кстати, я еще могу караванчик сделать, да? Где у меня, интересно... Тут 9, 14, 8. Да, вообще, на самом деле, пофигу. Давайте в Женеву пока. А где у меня больше всего производства? Наверное, в Роксбурге. 64, 59... А, не, в колене. А где мне в колене сделать... Наверное, вот тут я космопорт могу, да? Да. Ну, я, наверное, буду ставить... Ну, мне надо дождаться театралки следующим ходом. В Сконе... Давайте угольную, морской порт и... Блин, еще гидроэлектростанцию и потом космопорт вот сюда... Здесь я один ход пропущу. Ну, я хочу уран открыть. Так, в колени откладываем. Как у нас тут с лояльностью? Вообще ноль. Сейчас достроится этот монумент и вообще ничего отваливаться не будет. Собираю, еще раз повторю, собрал раков, хотел сказать, крабов, потому что города не могут их обрабатывать, нет смысла их оставлять. А так денежки у меня, видите, минус какой. Странно, походу отсутствие угля никак не сказывается на силе линкоров. Фига себе. Против меня тут. И кто вступит? Не дай бог Спарта. Нет, не принято. А, так тут могли только проголосовать. И Троян. Трояну нафиг надо. Понятно, отлично. Так, ну, следующим ходом и Канбера падает. Блин, и все-таки корпус. Ладно, давайте вообще войсковую отложим, потому что я тут три армии или армады, я это тоже могу сделать. Блин, минус 69. Так, чё так деньги-то? Я, наверное, эти закончились. Караваны просто.
Но я не хочу юниты расформировать. Так, а во что он апается? В кавалерию. А это апается в кирасиров. Ну вот, тут плывет у нас отряд, с которым можно корпус создать. Давайте их как-нибудь объединим. Три хода. Только благодаря разграблению австралийцев выживаю. О, у нас союзы с Минеликом. А, вот почему меньше так стало. У нас союзы закончились. Блин, уже 16 тысяч у Грузии. Забыл, что у меня нигде посольств нету, хотя бы у дружбанов останусь. Так, я все-таки апнусь в, блин, 355. Ладно, подожду. Ну это как-то дорого, 355 просто. Так, и тут я наконец театралку ставлю. Дождался. Хоры у меня влияние выпрашивать. Столица. Классно, клетки обработаны. Обратите внимание. А, нафиг надо. Да, смотрите, столица сразу даже не отваливается просто. Блин, я хочу открыть эти тоннели и посмотреть, что здесь. Jim said that bees was. Какие-то железные дороги построила. Пожалуй, захвачу. Поселенцы как раз вот здесь будут, что поселить кого. Аделаиду я уничтожу. Но Сидней и Брисбен... заберу. Брисбен вообще замечательный город был. Не знаю, чем он Аделаиду ставил. Тут достаточно было бы для Брисбена. Тем более с горой Рораймой. Хотя чему удивляюсь? Это ж компьютер. Чему я удивляюсь? Так, в Стерлинге морской порт совершен.
строить космопорт уже. Ну, наверное, надо. Чё откладывать? А, знаете, вот эта клетка мне бы для космопорта пригодилась. Если бы её не затопило. Ну, может, я ещё успею. Где тут эта теха? Компьютеры три хода. Давайте открою компьютеры пока. Я бы здесь, конечно, космопорт поставил. Красиво шумер, сейчас покажу, расставил свои эти уникальные улучшения. Канберра монумент, водяная мельница, пока так. В тундре. А? Красиво, зиккураты такие. В тундре, в снегах. Завершил помощь, 18 тысяч набили для Грузии денег. Нормально? По-моему, это слишком дофига. Ну, Вавилон задание выполнили. Так, а что тут хочет Женева? Торговый путь... Вызвать вдохновение. Вот, для мобилизации, кстати, да. Я, собственно, поэтому так. Таруга, флотоводец, Болонья, музыкант. Ну, в принципе, мне там музыкант недалеко, по-моему. Еще парочку. Ну ладно, там Индонезия заберет сначала, так уж и быть. Ну, в принципе, я следующий. А где у нас эти тонны? А, так я их уже открыл. Но мне, правда, для этого нужен военный инженер. Для военного инженера военный... военный лагерь, который я забрал несколько штук у австралийца. Отлично. Сидней, по идее, пойдет следующим. Так, ну что, пошли камень обрабатывать. Что-то вообще, конечно, грустно тут. Австралиец. Не должен ваншотнуть. He had discovered a great lord. 454 науки в Египте. Это круто. И озарение для мобилизации. Yeah. И, соответственно, посол в Хатусе. Класс. Так. Где какие... Вот, два посла. Я думаю, нам надо...
Сначала... Ну, вообще, идеологию я сейчас дооткрываю. Тут хорошие просто карточки. Потом надо колониализм открыть. Потом строительную инженерию. И, я не знаю, там вот это... Не знаю, будет она видна или нет. Тоже надо открыть для археологов. Даже уже видно место, куда ставить. Слушайте, а где тут вообще дырку-то проделать, чтобы насквозь? Вот тут, что ли? Так, я военного инженера могу здесь сделать? Могу. 5 ходов. А здесь 2. Вот давайте здесь военного инженера... Как вся тундра с декоратами застроена. Какую-то неизвестную ГГшку захватили. Подожди, а что ты меня... Как ты меня того... Как мне этот корабль обстр... А, он построил... Блин, 92 стала сила. Вот это проблема. Такой город очень тяжело сейчас будет линкорами. А вот теперь уже пошел минус. Блин, у меня сейчас минус будет к силе. Ну, вот этими здоровыми надо в любом случае обстреливать все равно. Вот этих надо эти надо убирать. Так, и мне надо угля купить. Испания, как насчет угля? Например, если я хочу 40 угля. 563 денег однократно. Интересно, а если я тебе все свое влияние отдам? 470 однократно. Ну, надо брать. Может ему, кстати, алюминий предложить? Я вряд ли буду самолеты строить. Если я тебе вот, например, 10 алюминия. Блин, не то убрал. И 18. Все равно за алюминий ему не нужен, понял. Ну давай. Мне очень нужен уголь. А, деньги я и так у него тут граблю. Что-то... А, это я дорогу разгравил. Блин, я думал, он успел район какой-то починить. Так, что у нас по музеям? А, художественный. Археологический. А в этом нету, да? Ну, давайте археологические еще тогда. 2 художественных, 2 археологических будет. Ну, лапу, наверное. Или верфь. О, гидроэлектростанцию давайте.
Тунлабу. Упс. Просто центром города ваншот. Это было больно и неприятно. Мне Шумер сказал, что у меня скромное войско. Серьезно? А у кого больше, чем у меня? На 200 у Грузии и на 100 у Турции. Все. Ведь сразу 470 науки, как энергия появилась. Так, слушайте, ну мы должны, наверное, сейчас забирать этот город. Ага. Слушайте, кстати, мне тут надо везде этих строить военных инженеров как раз для дамбы. Тут она не нужна. А, так он они построили, да. Австралия тут построила везде дамбы. А, вот здесь морскую плотину, Так, ну сначала тоннель хочу. Блин, так и здесь не сделал. Блин, а где мне тоннель? Вот тут. Вот тут тоннель делается. Отлично. Кстати, я же захватил город с углем. У меня, по идее, сейчас, если тут 4 капает, то должно будет капать где-то 12. Видимо, то есть практически я решу все проблемы. Так, 2 посла. 5, 4. Ну, давайте одного в Женеву. Точно. Дальше еще поддержим. 4 научных города государства. Это просто заявка на... А, наверное, надо открыть все-таки уран. Уран, расщепление ядра, и вот так сделаем пока. Так, в Перте. Еще одного военного. Хотя зачем мне так много? Так, давайте в Бердине морскую плотину. Хочу спасти это место и там. Как у нас тут с производством? 44, 26, не, маловато. Не, ладно, не надо тут нам военного инженера. Я еще одного только сделаю, и все. Лаба, угольная, художественный. Нет, тут все пока оставляем. А, я диалоги так и не дооткрывал, да? Нет, давай-ка мы диалоги откроем. Shift опять не сработал, блин. Так, и потом в демократию. Тут Горга, наверное, уже вообще все открыла. В культуре. Блин, и по науке я как бы не особо догоняю.
какую-то неизвестную ГГшку захватили. О, а тут у нас все разместились. Мне, кстати, в Сконе надо рабочего сделать. Так, а что тут плотина предлагается? Это для чего? Какую тут... Блин, вот. Не заметил. Так. Давайте-ка плотину побыстрянее. Потом строителя. Еще отобьют город. Бродвей. Better to fight for something than live for nothing. На ускорение технологии, повышение... Я ускорение технологии получаю, повышение наклонения в градах с лаборатории. Отлично. 13 вход накапливается, а не 16. Ну ничего. А я здесь лабу построю, будет увеличение накопления ресурсов. Так, ну надо этого парня валить. То он может захватить. Да, блин. Ну, сейчас, по идее, не захват. А, так я могу этим добить. Нет, что-то больно. Не, ну надо. Надо, ладно. Так. Сейчас вулкан извергнется, и все это умрет, видимо. Кстати, Спарта не созрела еще мне скаута продать. Ой, не скаута, а шпиона. Нет, это много. Хотя 10, 288. Он прокачанный. О, да, здесь у нас крутые карточки появляются. Кампус, промышленная зона и центр коммерции, гавань. Блин, я, наверное, приму. Могу что-то еще, может, ей... А, у меня нету, да, влияния? Да, минус 14, это за счет того, что я Канберу захватил. А, теперь другое предлагает. 40 вход. Ну ладно, приму. Приму. И, наверное, объявлю войну Золотого века Спарте. Как вы думаете? Ну, 563. Ну, я просто могу войну Золотого века, чтобы не платить 30 вход. Читы подъехали. Или там 40 даже вход у меня. Просто не хочется, чтобы меня тут награбило что-нибудь. Блин, ладно. Не будем.
613. Давайте в Картахену. Бродвей, Эйфелева башня. Нет, тут, видите, уменьшается так. Ну, не должен теряться этот город. Так, вот тут морскую плотину. И туда надо нам военного инженера будет отправить. А то затопит нафиг город. А мне надо... А, ну уголь вроде сохраняется. Вот это затапливается, кстати, этот туристический курорт. Прям на фоне отелей проходят битвы. Так, у меня еще 4 очка для моего уникального юнита от моего, которого я еще не использовал. Надо бы мне, наверное, его сделать. Так, потом получу флотоводца, как я вижу, через 5 ходов. Ученый. О, зрение для всех технологий информационной эры. Вот это круто. Это реально круто. Так. Давайте в научные города. Торговые пути к Минелику. Ну и Нобелевская премия мира, конечно. 2 очка дипломатической победы. Это я за себя проголосую. Ничего не могу больше вкинуть голосов, просто потому что у меня... Дикий минус в научный, 100% реально. А, к Тамаре плюс 4. 2 очка дипломатической победы. Троян. Ну-ка глянем. Глянем, что он там не побеждает вообще. Так, по научной, кстати, я уже на втором месте по техам. Отлично. По культурной, ну... Нет, это невозможно. А, религиозная, 46 городов, 24 тоже невозможно. Ну, 8 из 20 дипломатическая, да. Это опасненько. Три. Ну, 2 города осталось... А, 3. Блин, просто без Аделаиды я до Брисбена не доберусь. Магнуса на... До промышленника... даже до кооперации улучшить. Так, там улучшаем. Тут дамбу надо. Блин, вы прикалываетесь? Блин. Ой, ё-моё. Ну, у меня как бы еще один инженер там будет, конечно. Видимо, тут надо будет еще делать. Ну, это прикол. Так, археологический музей. Давайте центр вещания и космопорт сюда. А где этот... Фигня с археологами. Реально, по-моему, спрятана за это. Сейчас надо открыть демократию, посмотреть просто в выпадающем списке, будет ли она.
Тоже какой-то глюк. Так, 9 ходов. Должен в золотой век выйти? Вы должен. Но это уже посмотрим в следующей серии, я думаю. На сегодня я заканчиваю. О, спартанский лыжный курорт. Спонсоры канала могут прямо сейчас посмотреть продолжение во вкладке сообщества, а для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!